обсудили вопросы информирования избирателей о голосовании по месту нахождения, о работе в участковых избирательных комиссиях, членов с правом решающего голоса, субъектом выдвижения которых являются партии, о предстоящей учебе наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Татьяна Завизион рассказала о том, какую работу проводят в настоящее время участковые избирательные комиссии. Также в рамках встречи были рассмотрены вопросы, волнующие представителей партий.